Заметить юного гения-программиста Илью Кучинского в классе всегда несложно. Молодой человек со школьной программой знаком давно, поэтому ему от педагога обычно достаются дополнительные усложненные задания. Программирование и информационные системы для десятиклассника давно стали чем-то большим, чем просто занятие. В свободное время юноша читает дополнительную литературу, учится создавать алгоритмы. Время каникул, естественно, гораздо больше времени можно уделять, а время учебы... Стараюсь на выходные в основном. Вот у нас каждый свод проходит факультатива, стараюсь на каждый приходить. Участие в Европейской юношеской олимпиаде стало для Ильи дебютом. В конкурсах такого формата он не участвовал никогда. Однако силы свои попытать хотелось. И, как оказалось, рисковать было ради чего. В копилке брещанина теперь серебряная медаль, чему он рад особенно. В решении задачи используется алгоритм. То есть ты должен думать, ты должен какие-то выводы делать из задачи, что-то упрощать, что-то усложнять. И в итоге должен добиться решения, которое... пройдет. Илья участвовал в олимпиаде такого высокого уровня впервые, и я боялась, что он не сможет собраться. Но он собрался и стал лучшим из 4 белорусов, представляющих нашу страну. Дальше в списке целей юноши новые международные конкурсы. Для того, чтобы выглядеть на таком уровне уверенно, Илья каждую субботу приходит на факультатив к своему наставнику Ирине Горбацевич. Именно она в свое время разглядела в нем способности к программированию. Сегодня этот тандем ученик-учитель готов к покорению новых вершин. Каждый день они решают задачи. Каждый день. И если ребенок не занимается на каникулах, на летних каникулах, он отстает. И уже не догнать конкурентов, потому что конкуренция в области информатики очень высока. С информатикой и программированием Илья Кучинский планирует связать свою судьбу. Юноша готовится к поступлению в БГУ, где, уверен, сможет раскрыть свои способности в полной мере.